Сегодня у мальчишек и девчонок много дел. Завтрак, прогулка, игры. Детский сад на Рябиновой улице Воденцова 1 работает около недели. Оснащен всем необходимым. Даже стены в группах воспитатели и нянечки украсили тематическими рисунками. В данном корпусе собрался сейчас такой хороший коллектив, который к приему детей уже создали свой уникальные уголки с росписью, игровые зоны. В спальнях есть, и у нас и звездочки, и мишки, которые спят. То есть создают уже ту обстановку комфортную, которым детям было бы интересно. 24 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и еще 13 в ясельной группе, совсем малыши. Пока новый детский сад работает не на полную мощность, а рассчитан он на 60 детей. В очереди сюда стоят уже 64. Готовность образовательного учреждения к приему воспитанников проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Прекрасный ремонт, отличный внутренний двор с спортивными площадками, с верандами. Очень хорошее качество отделки. Застройщик реагирует на все наши требования, на все рекомендации. Этот детский сад – один из пяти, которые планируются в микрорайоне Одинцово-1 в рамках исполнения застройщиком социальных обязательств. Это позволит обеспечить дошкольным образованием более 1100 детей. Эти пять детских садиков, которые здесь будут построены и переданы нам для дошкольного образования, они покрывают по нормативам всю потребность этого микрорайона и даже немножко остается на тот дефицит, который сформировался рядом с этим микрорайоном Одинцово-1. Не только детские сады, но и две школы на 2300 учеников тоже появятся в микрорайоне в рамках исполнения застройщиком социальных обязательств. Сначала квартиры, потом инфраструктура. Такой принцип работы остался в прошлом, подчеркнул глава муниципалитета. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».